спросили, кто лучший игрок в команде. Я понимаю, что обычно игроки говорят команда, но надо не мне выделять. Это я. Я думаю, команда стоит шевалом. Мне очень понравилось, что в предыдущей игре лидер команды соперника, девятый номер, да, там застрял 7 мячей. Сегодня я чуть не знаю, но я хорошо его получил. Но персональная задача изменил. Нам со стороны показалось, что 88 номер команды соперника провоцировал конфликт такой постоянно с очками, или изнутри игры тоже было видно? Не знаю, я по вашим жестам в двух сторонах видел, что были. Я ему ничего не говорил плохого, я только говорил, что хорошо. Не обидно было в той игре получить удаление в самом начале второго тайма? Конечно, обидно. Ну, или хотел бы играть, и выиграть. Ну, работа на всех да, прошла. Сегодня не удалили. Сегодня, как вам вообще атмосфера в этом зале? Понравилась? Понравилась. По части здесь играли. Ну, сегодня, я думаю, как минимум три игры весь вечер здесь играть. Да. Если честно, вот мы здесь все стоящие, очень боялись, что не попадем в групповой этап турнира и не съездим на Евровыезд в этом году. Ну а вы там его обеспечили. Поэтому спасибо большое за Евровыезд.